Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости РФ@СМИ», в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. В ядерном центре прошло традиционное вручение охранных документов авторам изобретений. Главный человек в жизни каждого. В Центре культуры и досуга РФ@СМИ прошел праздничный вечер в честь Дня Матери. Бронзовая награда. Команда знатоков ядерного центра – призеры Всероссийского чемпионата по игре «Что, где, когда». Ночная лига. Стартовали открытые соревнования по мини-футболу на Кубок РФ@СМИ. 27 ноября в Малом зале Центра культуры и досуга РФ@СНЕФ прошло мероприятие по вручению охранных документов. В торжественной обстановке были отмечены инновационные достижения более 600 авторов, работников градообразующего предприятия. Подробности далее. Вручение охранных документов авторам изобретений в торжественной обстановке проходит в Российском федеральном ядерном центре ВНЕФ уже третий год. В этот раз по итогам второго и третьего квартала 2019 года специалистам Федерального ядерного центра вручили 123 охранных документа. Из них 17 принадлежат филиалу – научно-исследовательскому институту измерительных систем имени Седокова. По традиции, церемонии вручения начали с обсуждения последних новостей Роспатента, государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и, конечно, достижений РФ@СНЕФ и планов на будущее. Мы в этом году очень удачно, я считаю, организовали, я имею в виду СНТИ, участие делегации РФ@СНЕФ в международном московском салоне изобретений инноваций «Архимед-2019». Мы привезли 3 медали и 2 диплома – золотую, серебряную и бронзовую. И еще у нас в следующем году, это тоже новелла, мы работали 2 года над этим, у нас будет первый конкурс «Лучший изобретатель РФ@СНЕФ». 95 патентов на изобретение, 7 на полезную модель, 19 свидетельств на программы для ЭВМ. 2 свидетельства на ТИМС – топологию интегральных микросхем. За 6 месяцев авторами полезных моделей и научных разработок стали более 600 сотрудников структурных подразделений РФ@СНЕФ. Ядерный центр занимает лидирующие позиции по количеству патентуемых изобретений не только в госкорпорации «Росатом», но и в стране в целом. Многие изобретения уже внедрены в производство и имеют коммерческий результат, являясь средством, повышающим конкурентоспособность разработок ядерного центра на рынке. Аплодисментами зал встретил изобретателей, отмеченных на региональном уровне. Общество изобретателей рационализаторов Нижегородская присвоило нам 2 звания – лучший изобретатель Нижегородской области. Мы их сегодня вручаем. Кроме этого, вручаем 5 дипломов по итогам конкурса на соискание премии Кулибина. Получить признание на региональном уровне и стать лучшим изобретателем области сможет далеко не каждый. Звание присваивают не за отдельные патенты изобретения, а за совокупность достижений в инновационной деятельности в целом. Алексей Иванов работал в системе высшего образования, но вскоре понял, что его призвание – это наука и исследование. И вот уже более 20 лет он сотрудник Российского федерального ядерного центра. Стремление к изобретательству, поскольку вот живая работа, связанная с проведением исследований, как-то привлекла. На счету Алексея Александровича более 30 изобретений, 27 из которых активно используются в Нижегородской области. Как признается сам научный сотрудник, получить звание лучшего изобретателя региона – это, конечно, почетно, но для него важнее другое. Даже сейчас не ощущаю, что она для меня бы что-то значила, потому что для меня больше значат те изобретения, которые удалось сделать за прошедшее время. Та польза, которую они приносят. Сотрудники ядерного центра ведут активную инновационную работу. Виталий Пронин и Михаил Сидоров – прямое тому подтверждение. Несколько лет назад молодые люди получили патент на свое изобретение. А в этом году представляли его на конкурс объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина. Программное средство, которое применяется для моделирования территории при моделировании задач подземной гидродинамики. Мы, соответственно, разработали некий метод, который позволяет строить геологические модели и, значит, сетки для таких геологических моделей, которые могут строить за очень быстрое количество, за очень короткое время, скажем так, да, в очень большом объеме. За свою работу изобретатели получили диплом 3-й степени в номинации «Лучшее изобретение года в сфере приборостроения». Для них эта награда – своеобразное признание проведенной научной работы. Самое главное, конечно, то, что само изобретение, грубо говоря, пошло в народ и используется у нас при моделировании. Собираться в Малом зале Центра культуры и досуга ВНЕФ и обсуждать актуальные вопросы и проблемы в сфере научных разработок и интеллектуальной собственности стало уже доброй традицией. Инициатива вручения охранных документов в торжественной обстановке, активно поддержанная ядерным центром, принадлежит «Росатому». Это подчеркивает, что результаты труда изобретателей и разработчиков важны для госкорпораций. Кроме того, в такой большой организации, как ядерный центр ВНИФ, возможность посмотреть, над чем работают коллеги и какие результаты они получают, увеличивает значимость собственной роли в общем процессе. А это, несомненно, повышает мотивацию изобретателей к поиску новых решений и открытий. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают один из самых светлых и теплых праздников – День Матери.
Концертная программа для любимых и родных женщин была организована и в Центре культуры и досуга РФЦНЕФ. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности. А воспитанники творческих студий города подготовили для дорогих мам и бабушек музыкальные композиции и танцевальные номера. Маленькой Саше Олениной всего 6 лет, но она уже не раз выступала на большой сцене. Танцевала на различных городских праздниках, принимала участие в конкурсах и фестивалях областного и всероссийского уровней. Сегодня она вновь готовится выйти к зрителям, повторяет номер, отрабатывает движение. Вот только волнение чуть больше, чем обычно. В этот раз она вместе со своим коллективом участница концерта, посвященного Дню Матери. А значит, свой танец Саша в первую очередь посвящает своему самому дорогому и любимому человеку в жизни. Красивая, радостная, счастливая. Меня очень любят. Я поздравляю всех мам с этим праздником. По словам Саши, ее мама Наталья Оленина – настоящий супергерой. Днем она инженер градообразующего предприятия и выполняет различные сложные задачи. А в остальное время домохозяйка, повар, учитель и настоящий друг. Кроме того, Наталья – руководитель творческого объединения «Саровский стиль». И вот уже на протяжении многих лет занимается декоративно-прикладным искусством, делится своим опытом со всеми желающими. Объединению 25 лет. Собирались, началось с того, что три подружки решили обмениваться опытом и приглашали их часто на городские мероприятия с вышивками, с произведениями своими. Потом люди стали интересоваться, приходить. Вот так постепенно коллектив увеличивался. И занимаемся на базе ДК вот все это время. Соответственно, участвуем в мероприятиях города. Поэтому свой праздник Наталья отмечает, как говорится, в рабочем режиме. Надо и выставку подготовить, и помочь ребенку собраться перед выступлением. А после она обязательно сядет в зрительный зал и будет наслаждаться выступлением любимой дочки. Я рада, что есть еще один праздник, еще один день, лишний повод обратить внимание на женщину, сделать для нее что-то радостное, что-то приятное, чтобы женщина и отдохнула, и почувствовала себя женщиной. Для любого из нас мама – это самый дорогой человек. Она дарит нам жизнь, отдает всю свою заботу, любовь и нежность. Быть мамой – это тяжелейшая работа, которая начинается с того времени, как появился ребенок, и продолжается всю жизнь. Самое сложное в работе мамы – это быть мамой. Потому что она остается мамой 24 часа в сутки и всю свою жизнь. Это, по-моему, самый замечательный и самый трогательный праздник, который существует у нас в стране. Потому что мама – это, наверное, все для человека. Мама – это начало жизни, мама – это, действительно, без мамы никуда. В самый добрый праздник в году в Центре культуры и досуга РФЦНЕФ подготовили яркую и трогательную концертную программу. Все вокальные и хореографические номера были посвящены самым любимым и нежным, ласковым и родным – мамам. Для них в этот день со сцены прозвучали теплые слова пожеланий. Мама – самый важный человек в жизни каждого, ведь мы ее видим при рождении. Это тот человек, который нас учит говорить, читать, писать. Всю жизнь идет с нами по жизни рядышком. Это тот человек, который заботится о домашнем очаге, о том, что дети были здоровы, сыты. Материнство – это радость, это гордость, это ответственность. Только вы знаете, что такое быть мамой, как это приятно быть мамой, как это тяжело и трудно быть мамой. А нам, вашим сыновьям, большим и маленьким, остается только сказать вам огромное-огромное спасибо за все то, что вы нам дали, за жизнь, за любовь. Традиция отмечать этот добрый и светлый праздник в ядерном центре берет свое начало еще в прошлом столетии. И концерт ко Дню Матери – это еще один повод сказать слова любви и признательности самым родным и близким людям – матерям. Команда знатоков ядерного центра «Нейтронная сеть» заняла третье место в финале 5-го всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что, где, когда» среди предприятий атомной отрасли. Финальная игра чемпионата госкорпорации «Росатом» прошла 23 ноября в Москве. В ней приняли участие 25 команд. Вел игру президент Международной ассоциации клубов ЧГК Андрей Козлов. В 2019 году чемпионат госкорпорации «Росатом» собрал рекордное количество участников. На отборочном этапе сыграли 210 команд, представляющих 70 предприятий. 125 приняли участие в региональном этапе. К сожалению, еще одной команде знатоков ядерного центра в НЕФ «Ума не надо», а также двум нижегородским командам филиала НИИС имени Юлия Седокова не хватило нескольких баллов на игре регионального этапа, чтобы продолжить борьбу за «Хрустальный атом». Таким образом, команда «Нейтронная сеть» единственная представляла РФЦНЕФ в финале.
В интеллектуальном поединке победу одержала сборная ВНИЯ имени Духовой из Москвы с результатом 25 из 36. Всего на 1 балл меньше набрала нейтронная сеть и еще две команды знатоков. Соответственно, серебро и бронзу разыгрывали в перестрелке. В результате у команды «РФИАЦНЕФ» третье место. Серебро досталось команде «Станция Курская» из Курчатова. Поздравляю победителей и призеров ведущей игры. Обладатель почетного титула магистра игры «Что, где, когда» Андрей Козлов отметил, что «Росатом» действительно корпорация знаний. И не только в основной деятельности, но и в таких интеллектуально-развлекательных форматах, как «Что, где, когда». К другим новостям. В нашем городе стартовали открытые соревнования по мини-футболу на Кубок «РФИАЦНЕФ». В этом году в борьбу за главный приз вступили 13 команд из различных подразделений ядерного центра и других организаций города. В течение 3 недель спортсмены будут играть в мини-футбол в ночной лиге. О первых матчах Кубка расскажем в следующем репортаже. На часах уже почти полночь, а в зале спорткомплекса «РФИАЦНЕФ» кипит жизнь. Здесь проходят соревнования по мини-футболу. Открытый Кубок «РФИАЦНЕФ» проводится в нашем городе в таком формате уже более 10 лет. Этот турнир проходит именно по вечернее время, или даже сказать ночное, значит, традиционно. Данный зал подходит и по размерам, значит, и по освещению, оснащению. Поэтому проводим здесь соревнования. Несмотря на то, что играют в ночное время, интерес спортсменов к этим соревнованиям не падает. В борьбу вступают новые команды, а состав других пополняется молодыми игроками. В том году за Кубок «РФИАЦНЕФ» боролись 10 команд, в этом уже 13. В данном турнире представлено 4 команды из «РФИАЦНЕФ», а остальные команды это представляют городские организации. Значит, вот 9 из них, как я уже сказал, они уже из года в год участвуют постоянно. И новых 4 команды добавилось. Несмотря на приставку «мини», в этой игре достаточно напряженных моментов, сильных эмоций и острых атак. И даже позднее время матчей не лишает игроков поддержки болельщиков. Друзья и коллеги с удовольствием приходят на трибуны поболеть за любимую команду. Эта игра очень, значит, интенсивная, подвижная, очень интересная. Очень много красивых моментов, забитых голов. Это, конечно, очень привлекает болельщиков на трибуны. В одном из первых матчей Кубка играли «Арсенал» и «Торпедо». Спортсмены уже встречались в большом футболе, поэтому знают слабые и сильные стороны своих соперников. Каждой команде эта первая игра далась нелегко. Футболисты привыкали к залу и к тому, что тайм длится всего 20 минут. Но, несмотря на это, ребятам из «Торпеды» еще до перерыва удалось отправить в ворота «Арсенала» сразу 3 мяча. Не первый год уже вместе. Играем и в большой футбол вместе, и друг друга взаимопонимание есть у команды. Ну вот из-за этого и забили свои мячи. Все моменты, можно сказать, реализовали. Во втором тайме, сделав правильные выводы, спортсмены из «Арсенала» ринулись в борьбу с новыми силами и новой стратегией. Упорная борьба у ворот команды «Торпеда» и вот, забит заветный гол. Ну, во втором тайме, может быть, на ошибках на наших забили, как говорится, на контратаке. Потому что поле маленькое, здесь любая ошибка, и уже может быть гол. Но на этом спортивная фортуна отвернулась от «Арсенала». Торпедовцы вновь отправили мяч в ворота соперника. Итоговый счет на табло 4-1. Но спортсмены из «Арсенала» не расстраиваются. Их команда принимает участие в соревнованиях уже более 20 лет. Поэтому они точно знают, что у них достаточно сил для борьбы за переходящий кубок «РФИАЦНЕФ». Нужно лишь немного сыграться. Была сложная игра. Соперник очень хороший был, сильный. Ребята все подготовлены, техничные, быстрые. Не получилось как-то выровнять игру, наверное. Все-таки они оказались немножечко сильнее. Заключительные игры на право обладания заветным трофеем состоятся 13 декабря. Команды проведут матчи за 3-е место на пьедестале почета. А 2 сильнейших сборных разыграют золото, серебро и главный приз. Переходящий кубок «РФИАЦНЕФ». На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru. И в эфире канала 16 по четвергам в 19:45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.